Республиканский детский реабилитационный центр в Магасе наконец обзавелся собственной парковкой для посетителей. Администрация города совместно с «Автодором» решили проблему после просьб жителей о благоустройстве территории. На площадке можно припарковать больше 15 автомобилей. До этого машины оставляли прямо на проезжей части, что приводило к массе неудобств. Жители несколько раз обращались к местной администрации за решением проблемы. Работа она началась осенью, ближе к зиме, и в связи с погодными условиями не получилось сразу довершить начатую работу. И вот сейчас вот сначала вот потепление, повторно обратились уже сами к Батыру Хаматханову с просьбой, чтобы он выделил нам асфальт для покрытия вот данной площади, вот этой стоянки. И за что ему огромная благодарность, большое спасибо. Он отреагировал очень быстро и выделил асфальт в том объеме, который мы запросили.